Яңалық телевидениеге эфирында башқырт тілінде әдірленген яңалықтардың сираттағы сығарылышы. Студияла Лейла Сафина Хаумағығы. Уран, Герей, Қаңлы һәм Табын башқырты рудары арасында қышқы бәйге Хабантуй аланында марттың бірінші күнінде өтті. Ол Айық ауыл республика конкурсы сектерінде ұзғарылды. Иң күслі команда есімі үсін Яңауыл, Дүртүйлі, Тәтішлі райондарынан 4 команда күс ханашты. Толырақ ортабан сюжетті қарағы. Сара, хүрмәтле қунақтар, бүтә дөнья башқырттары құрылтайы вәкилдәрен сәлемләү менән башланды. Билеме ора мәдәни ял итү үҙәге хеҙмәткәрҙәре ҡунаҡтар өсөн сағыу программа әҙерләгәйне. Тамашасылар уйынды ҙур ҡыҙыҡһыныу менән ҡараны. Йыйылыусылар алдында район хакимиәте башлығының беренсе урынбаҫары Салауат Ғилмиев сығыш яһаны. Ул был сараның ниндәй әһәмиәткә эйә булыуын билдәләне. Трезвое село и байге у них от нас отказ от вредных привычек. И мы сегодня работаем над тем, чтобы прививать занятия спортом нашему молодому поколению и всем людям нашей республики. Народные игры корнями уходят в далекое прошлое. Они тысячелетиями совершенствовались и передавались из поколения в поколение. Они усовершенствовались, прививали выносливость, активность, образ жизни. И сегодня мы увидим, как наши команды будут друг друга соревноваться, состязаться в своей выносливости, умении выполнять эти все игры, силовые приемы. Конечно же, всем участникам желаю высоких результатов и прекрасных впечатлений. Қышқы көптірлі ярыш программығы вақиғаларға бай болды. Қатнашусылар күз һәм садамлылық талап еткен 6 ярышта қатнашырға тиешіне. Ойын талаптары бойынса команда составында 6 кеші. Олардың хәр біріхі бүтә күсін сұғарып, өденің саялығын көрһәтергә тиеш. Иң біренсе арқан тарту болды. Хәр команданың бұл этапты өтеуҙә үҙ сере бар. Шулай уҡ улардың хәр біріхі еңеүгә ынтылыуы менән айырылып тора. В данном мероприятии участвую я лично в первый раз. Я думаю, это очень хорошее мероприятие. Желаем всем в таких же мероприятиях участвовать, чтобы в дальнейшем такие же мероприятия продолжались каждый год. И главное, чтобы молодежь привлекает к этому участие. Главное, чтобы молодежь не пил, не курил. Настроение отличное. Идем с победой. Стараемся победить. Всем желаю удачи. Мы приехали для участия в Яңауыл. Великолепно приняли. Покормили пловом. В Канаке проигрываем всем и вся. Настроение хорошее, погода отличная. Но во всех остальных видах мы выиграем. Ну как? Это воодушевление такое. Трезвое село, оно само слово за словом говорит, что народ трезвый. Боремся, спорт, в здоровом теле, здоровый дух. Для подрастающего поколения мы самый явный пример. Для подрастающих, чтобы учились, равнялись, занимались спортом и не пили водку. Башқырт ырыуҙары ҡатнашыусылары өсөн киләһе һынау – төктө гәрәтеү. 250 килограмм ауырлыҡтағы төктө бөтә команда билдәләнгән дистанцияға тәгәрәтә. Бында һәр ир-егет ныҡышмалылығын күрһәтте. Тамашасылар ҡатнашыусылар өсөн алҡыштарын йәлләмәне. Приехали занять первое место, победить. Но состязания идут, все команды достойные, соперники серьезные, идет очень серьезная борьба, все стараются, все молодцы. Ну, как говорится, побеждает сильнейший, получается, как всегда. Вот. Ну, держимся, стараемся, все молодцы, очень позитивно. Ну вот, что сложно было, начались перетягивания каната. Вот. Все силу оставили на этом канате, если честно говоря. Вот. Очень сложный поединок был, очень-очень-очень сложно было. Вот, ребята вот тоже вот все серьезно, вот все поединки очень трудоемко, сложно вот в процессе. Вот каждый вот поединок, а в своем вот тяжело. Вот, и вот дистанции тяжелые, большая, вот что вот возьми, чук перекатывать. Вот все есть моменты свои. Все равно, пока туда дойдешь, на одну сторону, на другую сторону. Вот все это
вот физической нагрузки все это требует. Шулук вакытта яш Шаймыратовсылар таяк тартуда ярышты. Бында иң мөхиме дөрес техник үтәлеш. Катнашусылар ултырган килеш таякты бөтә күсенә үзенә тартырга тиеш. Борынгы заманда күсме халык таяк тартышып үзен сыныктырган хәрби хәрәкәттәргә әзерләнгән. Балаларга мәргән уксы уены айыруса оқшаны. Диана Хөсәйенова бындай уенда беренсе тапкыр гына катнашмай инде. Мне очень понравилось стрелять из лука. Это очень интересно. Тяжело, конечно, но все равно это интересно. Первый раз я стреляла, было тяжело очень. У меня не получалось попадать, но потом я как-то привыкла и уже хорошо начала стрелять. Сейчас я уже попадаю. Я тренируюсь для Шаймуратовских игр. Там мы стреляем из лука. Вот из-за этого нужно тренироваться. Киләһе һынау тарт эт ярышы. Унда һәр команданан берәр спортсы катнаша. Был этапта еңеү өчен катнашучы шартлы түңәрәктән икенсе уенсыны этеп сыгарырга тиеш. Сана тарту иң тамашалы этаптардың береһе. Ярышсы бөтә команда сананы тартып барганда уктан тура атырга тиеш. Бөтә команда куелган бурысты бердәм үтәргә тырышты. Надежда только выиграть, только на первый идем. Противник очень сильный, нравится конкуренция, все отлично. Надеемся выиграть. Тюки самое главное, это тяжелое. Тяжело. Күп бәйгенең һуңгы этабы булып башкорт эстафетаһы торды. Ул үзесенә берничә этапты индерде. Башта спортчылар бүрәнәне финишка алып барып еткерергә, артабан уны тотып пресска күнекмә эшләп, бүрәнәне ярышташтардан алдарак китергә тиеш. Азаккы һәм иң сагыл мидгел усак ягыу. Оештыручылар билдәләвенсә, һәр команда Айык авыл республика конкурсында үз торлак пункты исеменән сыгыш яхай. И основной целью таких проведения таких состязаний силового многоборья является, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры, спорта среди населения, расширение сферы досуга, ну и, конечно же, это возобновление всех народных видов игр, популяризация их. И как раз с этой целью мы проводим данное силовое многоборье. И мало того, мы уже выезжаем на республиканские этапы и даже на межрегиональные, становимся победителями. Команды сегодня все были сильные, но тем не менее сильнейших определил итог уже всех видов состязаний. Ну и самым интересным, наверное, была эта башкирская эстафета, самая зрелищная. Хотя нет, все виды состязаний, они зрелищные, но самая такая яркая, завершающая башкирская эстафета, которая сегодня впервые на нашем, по крайней мере, в нашем Ненависском районе завершилась разведением костра. И в конце мероприятия у нас 4 костра башкирских родов Уран, Гирей, Табын и Канглы горели. И это было очень символично. И думаю, что эти рода, они с сегодняшнего дня еще больше сдружатся. И также будем друг другу ездить на состязания. Бәйге йомгактары буенса 3-нче урынды Дүртөйле районының Канглы һәм Тәтешле районының Табын командалары бүлеште. 2-нче урында Яңауылдың Уран командаһы. Абсолют чемпион исеменә Яңауыл районының Гәрәй командаһы лайык булды. Таныш кейдер әдәби иҗади конкурсы Ямады авыл клубында 2 мартта үтте. Ул Татарстан Республикасының халык шагыйре Илдар Юзеевтың тууына 90 ел тулуга арналгайны. Райондан 60-тан ашу катнашучы билдәле автордың шигырьләрен укыны һәм ярдарын башкарды. Конкурс көне гала-концерт һәм иңүчеләрне бүләкләү менән тамамланды. Сулпан татар халық фольклор ансамбле артистары театрлаштырылған тамаша тәқдим итте. Тамашасылар сәхнәләге геройдарды қыдықынып күзәтте. Ие усылар алдында район мәдәниәт идаралығы начальнигы Ренат Ибрахимов сығыш яһаны. Ул бөтә конкурсанттарға ла әүдем қатнашқандары һәм қыдықлы сығыштары өсөн рәхмәт белдерде. На самом деле, с этого года в сельских поселениях принято решение такое, чтобы проводить свои брендовые мероприятия. Вот недавно у нас в феврале прошел Баймузинский февраль, это военно-патриотические песни, конкурс был. Сейчас второй конкурс у нас проходит здесь, в Ямадах. Дальше у нас в марте еще Старый Кудаш готовит свой фольклорный праздник. И дальше у нас в течение года будут проходить эти фестивали, мероприятия, именно брендовые в сельских поселениях. Они объединяют, скажем так, наше население не только сельского поселения, а всего Яновольского района. Мы надеемся, конечно, что в дальнейшем вот этот конкурс уже расширит свои границы. Он будет, может быть, потом республиканским, межрегиональным, международным. Потому что Ямадинская земля, на самом деле, она богата своими талантами. И
Я думаю, вот это наше будущее поколение, которое растет, которое читает стихи, поет песни, танцует, очень прекрасно. Рәхмәт һүҙҙәренә жюри рәйесе Гөлсәсәк Тимершина ла ҡушылды. Һуңынан иң көтөп алынған өлөш еңеүселәрҙе бүләкләү башланды. Төрлө номинацияларҙа еңеүселәр дипломдар һәм сертификаттар менән бүләкләнде. Шулай иң йәш ҡатнашыусы Денис Ғабдулхаҡов булды. Түбәнге Сат ауылынан йәш башҡарыусыға 6 йәш. Иң өлкән ҡатнашыусы Киҫәк Ҡаян ауылынан 79 йәшлек Тахир Фәтхуллин. Улар тамашасылар залы алдында сығыш яһап, яңынан оҫталыҡтарын күрһәтте. Бүлім бүйе қалқызда үшілерден шафер болып, бік зұр нағыры білеклерге үлгәштім, нағырадаларым алды, менім көкірәрімі бізәп тұра, бұл қалқызда менім қызметімі зұрлағанлар үшін, нық зұрладылар, бік мақтаулы рәхметлімін. И фәліктер кәндіктіфі білән, ауылда, районларға, башқа ауылдарға үрдік, Уфадан килеп диплом белән лауреат исем бирделәр. Бүген бүтән настроем белән отлично. Менә 8 мартта тагын концерт куябыз. Супайтам, халык сурап, ола халык сурагач мин бик шатмын, булганча талантымны күрсәтәм. Хиген конкурсант 2-нче дәрәҗә лауреаты дип танылды. Зал еңеселәрҙе ихлас сәләмләне. Жюри ағзалары билдәләүенсә, улар артистлык һәләтендә башҡарыу ытталығында баһалаған. Конкурс дәвамында 62 номер шығышын ҡарап үттек. Әйтергә кирәк, бу конкурс 2 юнәлешенә бәйләгән иде, бәйләп алып бардық. Беренчедән ул безнең күренекле яҡташыбыз Илдар Юзеевның ижатын популярлаштыру, аның иҗаты белән таныштыру һәм икенчедән әлбәттә инде татар телендә яңгыравын, татар телен үстерү, татар телендә дә аның шигырьләрен халыкка җиткерү. Әйтергә кирәк, бу конкурс үзенең куйган максатына иреште, бик уңышлы һәм яхшы гына итеп эшләп алдык һәм катнашкан балалар да, өлкәннәр дә шушы 62 номер ішінде әлбәттә бик сөйінішілі мәктәп балалар бик көп қатнаштылар. Иң бәлекей қатнашушыға 6 яш еді, иң зорысына 79 яш, почти 80 яш еді. Бик өзлерін сахнада тұта білелер, хан шығышлары бик дәрежәлі оңышылы келіп шықты. Хам алар арасында әлбәттә иң-иңлерін сөйләп алу ғадәттә инде бик җиңел түгел, ә монда инде безгә инде бик яхшы әзерләнгәнлектән инде әлбәттә бигрәк тә авыр булды. Көн дәвамында Файла Илдар Юзеевтың иҗадына арналган күргәзмә эшләне. Шулай ук клубта данлыклы якташыбызга арналган музей эшләй. Теләгән һәркемнең яңартылган экспозиция менән танышу, шагыйрьнең тормышы һәм иҗат юлы турында тулырак мәгълүмат алу мөмкинлеге булды. Беренче дәрәҗә лауреат дипломдарын 6 кеше алды. Улар исәбендә яш башкаручылар да, өлкәннәр дә. Уларның һәрбереһе тамашачылар алдында шигырьләр укып һәм йырлар башкарып сыгыш яһаны. Гран-приды мәдәният идаралыгы начальнигы кулынан Салих ауылы вәкиле Вилия Хананова алды. Тап уның сыгышын жюри иң сагыл һәм иҫтә ҡалырлыҡ тип таныны. Я пою очень давно, отучилась в Уфимском училище искусств 4 года, сейчас поступила заочно тоже. Вот, пою с детства, очень люблю петь, петь нравится и буду петь. Эту песню я выбрала, потому что она мне понравилась словами, очень вчитывалась я в слова. Слова были очень такие проникновенные. Так, во время конкурса, когда я пела, я не волновалась, как бы не впервые уже выхожу на сцену. Было легко, честно, не ожидала. Сейчас уже все отпустила, счастье переполняет эмоции. Концерт ҡотлауҙар, еңеүселәр менән фотосессия һәм ошо конкурстың матур йылаға әүрелеү теләктәре менән тамамланды.
Башкортостан Республикаһының атқаданған мәдәниәт хеҙмәткәре хормейстер һәм балалар сәнғәт мәктәбенең фортепиано бүлеге уҡытыусыһы Венера Васильевна Протасения 50 йылдан ашыу ғүмерен Яңауыл районы балаларына художество эстетик тәрбиә биреүгә бағышлаған. Ул сығарған уҡыусылар музыкаға ихлас һөйөүе менән айырылып тора. Уның тәрбиәләнеүселәренең күбеһе артабан профессиональ музыкант булып киткән һәм педагогтарының эшен дәвам итәләр. Уҙған йылдың 30-нсы ноябрендә Венера Васильевна арабыҙҙан китеп барҙы. 3 мартта балалар сәнғәт мәктәбендә уҙған музыкаль йәйғөр йәш пианистар конкурсы педагогтың иҫтәлегенә арналды. Конкурста 3 йәш категорияһындағы балалар ҡатнашты. Балалар был көнгә тырышып әҙерләнгән. Улар өсөн был үҙҙәрен сәхнәлә күрһәтеү мөмкинлеге булды. Нашим посвящением мы бы хотели почтить память нашей коллеги, отдать дань уважения ее профессионализму и ее доброте, и просто отдать дань памяти мудрой, красивой женщине нашей Венеры Васильевне. Конкурсы мы проводим почему в нашей школе? Потому что это как часть учебного процесса. То есть то, что он выучил ребенок, он должен показать на сцене. Ученик растет на сцене. То есть в концертном варианте он представляет свою программу, показывает то, чего он достиг на данное время. И с преподавателем они дальше уже обсуждают, как надо дальше двигаться вперед. Яздың башлауына қарамастан, хауа торышы яны да сюрприздар күрһәтеүен дәвам итә. Күп ҡар яуы я ҡапыл йылытып, я һыуытып ебәреү менән алмашына. Былар барыһы ла йәйәүләрҙең һәм транспорттың йөрөүен ҡатмарлаштыра. Бындай шарттарҙа торлаҡ коммуналь хужалыҡ хеҙмәткәрҙәренең эше айырылса көнүҙәк. Көн һайын ҡалала ихаталарҙы һәм урамдарҙы ҡарҙан таҙартыу эштәре бара. Коммуналь хужалыҡ хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, һәр территорияны комплекслы рәүештә миҙгелгә кәмендә 2 тапҡыр таҙарталар. Әммә күп нәмә һауа торышына бәйле. Параллель ҡыйыҡтарҙы таҙартыу ҙа бара. Объекттарҙа управдом идара компанияһы хеҙмәткәрҙәренең 1-2 бригадаһы эшләй. Көнөнә улар 5-6 ҡыйыҡты таҙарта. Әммә барыһы ла һәр участкалағы эш күләменән тора. Бөтәһе уларҙың яуаплылығында 150-нән ашыу күп фатирлы йорт бар. Занимаемся мы иногда вот у меня обычно 2 бригады работают, одни подъемником, гидроподъемником. Вторая бригада у меня ходит по шиферным крышам. Они без подъемника снимают. Вот в этом году снега много было, вот несколько мы уже операции сделали, дома несколько раз прошли. Иногда приходится нанимать этот дополнительные подъемники до 2 единиц. Вот вчера работали мы юбилей, вот сегодня работаем одним подъемником и пешехода работает. Пешехода называем. В основном работа тяжелая, вот погодные условия тоже нам дает о себе знать. Везде снег, проездов сейчас лишь нету. Ну, мы стараемся от себя лично, чтобы людям не попало, чтобы такого не было. Есть случаи такие, чтобы лед, снег попадал. От нас чего зависит, мы стараемся делать. Обход делаем, вначале обход делаем по домам. Где вот особенно рискованные места есть, сначала туда. Так по графику у нас никак не получается. Ошоның менән яңалыҡтарҙың бүгенге сығарылышы тамам. Алда һеҙҙе һауа торошо көтә. Киләһе сорашыуыбыҙға тиклем һау булығыҙ. Етінсі март яңауылда хауа торышының бұлытлы болуы бір атқар яуы күтілі. Ел күн яқын бойыштан секундына 2-4 метр тетілік мінен фәсәк. Атмосфера батымы 7-44 миллиметр. Хауа температура түнде -4-6 градус, күнді -1-3 градус халқын боласақ. Ғадәттән тыш хәлдәр министрлығы мәғлүмәттәре буйынса республикала хава торышының аяҙлы болотлы булыуы урыны менән бер атҡар яуы йылдың айырым участкаларында боҙлауыҡ булыуы көтөлә. Ел көнбайыш, көньяҡ-көнбайыштан секундына 5-10 метр тиҙлек менән фәсәк. Хава температураһы төндә -7-12, аяҙ тотҡанда -15-20 градус ҡаса, көндөҙ -2-7 градус һалҡын булыуы күҙаллана.
«Авангард Нефтесервис» объявляет набор по профессиям: электрогазосварщик, слесарь механосборочных работ, токарь, уборщица. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Заработная плата своевременная и в полном объеме. Янаул, улица Социалистическая, 45/8. Телефон 8-987-147-47-99. Общество с ограниченной ответственностью «Специальный ремонт скважин» приглашает на работу в Хазино на Орландское месторождение с графиком работы 7/7. Мастеров заработная плата 75-95 тысяч рублей, бурильщиков заработная плата 65-85 тысяч рублей, помощников бурильщика, возможно, без опыта работы, заработная плата 50-60 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, льготный стаж для досрочной пенсии. Телефон 8-987-141-02-38. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Заработная плата 20 тысяч рублей. Ты кто? Я ваше счастье. Девочка, мы тебя не планируем. Проходи. Разве счастье можно планировать? Счастье не планируют. Как дела в школе? Все хорошо. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8 800 2122. Помощь психологов. Бесплатно, анонимно. Остановить поезд нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на железнодорожных переездах.